И еще об одной инициативе народных избранников. Депутаты Госдумы приняли закон о создании в России движения детей и молодежи. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты парламента, пишет телеканал «Панорама ТВ», который входит в медиахолдинг «Тверской проспект». Согласно документу, предусматривается проведение воспитательной работы с участниками движения. Отмечается, что организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители. Основной целью движения будет подготовка детей к полноценной жизни в обществе, прививание им традиционных ценностей и любви к родине. Участниками смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, а также среднего, профессионального и высшего образования. Поддерживают ли инициативу создать единое детское и молодежное движение в стране, которое послужит организации равной и интересной среды для развития и самореализации, жители областной столицы мы решили выяснить на главной улице Твери. Для того, чтобы наша молодежь была патриотичной, чтобы была развитой, современной, чтобы двигала мир вперед. Чтобы детей с малолетства учили любить родину, уважать и все прочее, все прочее. Защищать. Защищать. И защищать, да, к тому. Чтобы в будущем защищали свою родину. Чтобы молодежь воспитывать, чтобы патриотические были. Чувства, а то совсем, патриотические. Да. Ну, чтобы дети не забывали историю своей родины. Что еще? Всегда помнили, уважали, для чего они живут и почему живут. В ходе опроса стало понятно, что взрослое население считает, что закон необходимо принять вовремя. Поколению, которое росло в 90-е, пришлось пережить трудные времена. И в политической, и в экономической жизни страны воспитанием подрастающего поколения заниматься было некогда. Поэтому многое было упущено. Впрочем, молодое поколение также признает особую роль данных организаций. Ведь такие объединения – это прежде всего возможность для самореализации и карьерного роста.